Зачем я живу? Какой это имеет смысл? Действительно, перед нами большой вопросительный знак. Ничего не будет в порядке. Ничего не будет в порядке. Какой смысл в этом? Или смысла нет? Нельзя не заметить, что наша общественная жизнь – вещь грустная. Ему было важнее, что если есть хоть один шанс на успех, то стоит сказать, потому что остальные 99 зачеркнутся сами собой. Многим ученым не дали напечатать, высказать все, что они могли бы. Лотман это все знал, как историк науки. Lotman nagu lõi selle õhustiku Tartusse ja lõi sellise vaba mõtte oaasi ja lõi ka kõlbluse oaasi koos sellega. Действительно, в чем же смысл жизни? И можно ли жить, не решив этого вопроса? Вот я думаю, что говоря о Юрии Михайловиче, уникальности его как ученого, что он был не как другие ученые, потому что он был не только ученый. И, может быть, в первую очередь он был не ученый, а мыслитель. Кому я говорю? Кто услышит? Какой смысл в этом?